Весняний урожай непроханих орків на фронтах Збройні сили поповнюють обмінний фонд. Heads up! Time to show hands! Руки! Руки! Географія непроханих гостей широка, як і розумовий потенціал затриманих. Те, що зі зброєю в руках опинилися в іншій державі, розуміють не всі. Откуда, де ваша рота стоїть? Я німець, откуда я знаю, де вона стоїть? Железнодорожные пути, клеверные мосты, котик. Где ты, мой хороший, стоишь? Мы не на территории украинской. Нахуй ты мне рассказываешь, дружище? Ты где? Ты в Николаевской области, блядь. Ты у меня дома, уебок. Как вы утром поняли, что уже вы не дома? Под минометом обстрел. Под минометом и гранаты. Да. И ощущения какие? Попадать к нам в Украину. Пиздецовый. Фамилия, как твоя фамилия? Овенко. Документы с собой? Нет, это там. Там а что-то откуда? Откуда ты? Белгород? Откуда? Тверь. Имя, фамилия. Доски Сергей Александрович. Посада. 4-го года. 2 СБ, 4-го года. Когда приехал в Украину? В январе. Имя, фамилия, отчество, посада. Даиров Яков Садахмедович, 1990 года рождения, Оренбургская область. Белая лента – это ДНР? Вы украинцы, да? Бывшие. Горе вояки, як один упевнені, в полон потрапляти не можна. Злобні укронацисти, мовляв, катуватимуть. А от те, що добрі росіяни стрілятимуть у спину і саджатимуть в тюрми за здачу в полон, знають не всі. Я Ілін Ігор Владимирович, 05.09.94 року народження. Призовом ЧВК «Вагнер» 30 декабря 2022 года. С личными глазами видел, как расстреляли человека за невыполнение приказа. Кто расстрелял? Расстреливал инструктор. Попал в к украинцам. Так. Сопротивление оказывал? Нет. Тебе, как рассказывали вагнеры, подорвать себе гранаты? Правильно. Ты подорвал себя? Нет. Что думаешь по этому поводу? Не было ничего у меня с собой. Ни автомата, ни гранат, ни магазинов. А что, так бы подорвал? Нет. Давай, командир, начинай. Никак нет. Давай, давай, не переживай, даже командир нам похуй не трогает. На утримання полонених Україна витрачає до 10 тисяч гривень щомісяця. В порівнянні з військом Мордору, де від початку року проблеми навіть з виплатою зарплат – це курорт. Полонені отримують харчування, лікування, можливість купатися і навіть дивитись телевізор. А головне – полон гарантує життя, якого майже 170 тисячам російських вояків вже не повернути. Тобі платили гроші? Я їх взагалі ще ні разу не бачив. Скільки обіцяли? 100 тысяч зарплата, 100 тысяч премиальная. То есть ты за 200 тысяч готов был идти на войну? У меня срок большой. Сколько? Мне пообещали, то, что я, если полгода на войне, да, то бишь у меня скидывается срок так. Полностью, то бишь гасится амнистия, не амнистия, полностью я чистый. Теперь чем это закончилось? Чем закончилось? Я вот здесь и перед вами. А остальные, сколько у тебя 200-х? 200-х очень много. Очень много 200-х. Сколько штук было за неделю? 300-х. За неделю какая статистика? Я вам скажу, просто за 2 дня доходит до 50, до 60. То бишь за один день боя только было 38 300-х, 12 200-х. И что с 300-ми, куда их везут? Или их, просто... в это, если успеваем доносить мы, то хорошо, а бывает такое, что бой невозможно вытащить, и пацаны остаются там. За последние 3 дня было 12 раненых, и слабо, и сильно, 3 убитых. Очень много трупов. Трупы не забираются, потом они теряются, объявляются без вести пропавшими, чтобы миновать выплаты компенсации семьям погибших. Не получив конкретной задачи, людей отправляют на убой. В прямом этого смысле слова на убой. Там не разбирается, сколько потерь, как будет проходить эвакуация.
Главная задача — это закрепиться. А как закрепиться, ты это будешь делать, этого непонятно. Мы работали, я как представитель от первой заточного роты остался один-единственный, который... Из 60 человек погибло 59 человек. За програмою «Хочу жити» до українського полону від початку повномасштабної війни попросилися майже 10 тисяч рашистських вояків. За статистикою відвідування сайту, смерть найбільше лякає мобілізованих з Москви, Краснодарського краю та Санкт-Петербургу. Щодня в полон потрапляють від 80 до сотні росіян. Владимир Владимирович Путин в своем обращении говорил о том, что полка теробороны должны удерживать территорию, занятую российскими войсками, а быть штурмовой, а не быть штурмовой пехотой. Просим Владимира Владимировича Путина, Министерство обороны Российской Федерации, разобраться в данной ситуации и вернуть наших мужей назад в полк территориальной обороны Курской области. Вас запускает наш Владимир Путин от мяса. Этим очищая статистику содержимого в лагерях и тюрьмах. Вас используют как расходного материала. Это по телевидению не говорят, преподносят все в другом ракурсе. В другом ракурсе преподносятся люди, которые здесь, куда вторглись. Владимир Владимирович, вот смотрите, до чего вы довели всю нашу страну, нашу Российскую Федерацию. К ебаной матери, вот так я вам скажу, понимаете?